еще прояснить этот момент. То, что ненавистно мне, это на определенные отношения, которые я получаю от других, может быть, меня как-то унижают. И если я правильно понял, то указание не относиться так. То, что ненавистно мне, не относиться с этим к товарищу. Есть разные выражения этого. Главный результат. То, что ты не любишь. Неприятный результат объединения с товарищами. Не приходи к тому же результату сам. Как же оценить этот результат в чувстве? Да. В ощущении отношений, которые получают товарищи? Да. Возьми в расчет, что товарищ любит и от чего страдает. И, соответственно, относись к нему для того, чтобы прийти к правильному, хорошему отношению. То есть в том примере, который привел Нив, допустим, сегодня я дежурный по объединению, и мой товарищ хочет читать именно первоисточник, я должен настроить свое отношение к ним, чтобы оно было любящим или отдающим, и за этим следовало бы и действие. Да. Конечно, у каждого будет другое действие и другие расчеты, но результат будет правильный и будет один результат.